знаешь, мне здесь цены нравятся. Вот хорошо здесь жить с московской зарплатой, просто вообще. Ну, если, конечно, шиншиллами не фотографироваться. Но остальное цены нормальные. Готовьтесь, через 300 метров плавно повернуть направо. Слушайте, ну в Москве же нет, по-моему, такого нелепого разводника с фотографиями с шиншиллами. С тиграми есть, но там как-то все-таки с большим пожеланием спрашиваю. Тут есть как агрессивный маркетинг. Да, агрессивный маркетинг. На следующем повороте поверните налево. Фотография-то хоть нормальная? На следующем повороте поверните налево. Ну, а так? Так. Перепроложить. На следующем повороте резко поверните налево. Затем продолжайте движение прямо. Надо развернуть. Через 70 метров продолжайте движение прямо. Он не знает, как надо. Продолжайте движение прямо. Перепроложите. Проедьте 26 километров. А с каких соображений все-таки ты взял именно джип? Ну, если мы поедем куда-нибудь, где будет плохая проходимость, чтобы все-таки не иметь больше возможностей. Понятно. То есть на всякий случай, по-русски говоря. Ну да, но завтра, если на Эпетре поедем, там снег где-то кое-где лежит на дороге. А на зимней резине? Нифига. Отлично. То есть ты все продумал, да? Не, ну зимней резины не было бы и на другой машине, а это мы все-таки, хоть и не зимняя. То есть джип, он лучше едет на незимней резине по снегу, чем мне джип. Потому что он тяжелее и больше? Потому что у него полный привод. Полоса левая. Ага, ну так, собственно говоря, почему у нас вчерашнего не должна была стать шею? Нифига не видно справа, там все туманно, море, все слева, все. Представляете, раньше был такой густой, например, туман над океаном, что военные...